Эта луна стала самой популярной среди моих остальных росписей стен, набирая сотни тысяч и миллионы просмотров в различных соцсетях. И вот я решила провести персональный мастер-класс. Девушка очень хотела создать такую объемную луну. Мы взяли холст, нанесли объемную пасту, формировали кратеры и применяли различные приемы для создания такого вот эффекта, чтобы действительно было похоже на настоящую луну. Пили чай, ждали, пока высохнет, и потом начали использовать различные камушки. Она хотела украсить свою работу как-то по-особенному, чтобы она подходила к ней в интерьер, добавили поталь, и вот такая вот красота у нас получилась. Если тебе это интересно, приходи в мои сторис, там все про материалы.